Всем-всем-всем большущий привет! С вами Сива. Итак, по ходу давайте мы начнем, и я все больше и больше смогу понять, что это за игра. Volkswagen Polo. Поехали! Один мой товарищ помог с этой игрой, и я все-таки смогу ее протестировать. Пока я еще не могу адаптироваться в эту игру, это моя вторая гонка. Смотрю, поворачивается легко. Так, а ну какие у нас виды автомобиля. Прикольно. Надо будет попробовать фоторежим потом. Есть тут нюанс с физикой. Я не совсем чувствую машину. Но посмотрим дальше, что будет. Так, сколько у нас? Два круга. Смотрю, тут в грязи она даже не приостанавливается. Локация красивая. Физику пока я еще не могу понять. Но она довольно простая. Смотрю, то отстают. Догоняю. Зайти в поворот еще легко. Игра на английском языке, но очень быстро осваиваешься. Меню очень простое. Мне чем-то напоминает эта физика такую давнюю игру, но она очень прикольная. Севералли. Там вот так вот машина легко скользила. Но не чувствуется гравия вот этого бездорожья. Машина как будто сверху по льду. Но прикольная аркадка. Так чисто на расслабоне поездится. Нужно время еще покатать. Там дальше я смогу уже понять. Вот и первый на финише. Скажу, что несложно было. Но дальше будет видно. Спасибо, что посмотрели видео. На этом у меня все. Можете влепить лайкос. Вам не тяжело, мне будет приятно. Ну тогда до скорых встреч. Пока-пока.